Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». На мосту городском я уснул мертвым сном. На мосту городском я уснул мертвым сном, потому что напившийся вдрызг вспоминал старый дом, свою женщину в нем, ее крики и бешеный визг. И во сне, в тишине, в обезумевшей мгле, водянистый явился мне взгляд, будто сверлит во мне, как вода в валуне, норок синих, живой звукоряд. В жертву Богу болот, глубины и воды кто-то хочет меня принести. Ох, бегу от беды сквозь кусты и сады, а луна все сбивает с пути. Пробудился и снова. Вот город, вот мост. Никого, тишина и покой, только слово в привычном мерцании звезд. По бумаге все движет рукой. Снова я с милой музой, один на один, подчиняясь безумным слезам, все бреду и бреду между окон витрин на погибель к волшебным глазам. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики», Иерусалим, 2010 год. На мосту городском я уснул мертвым сном.